Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 38. Тест. Вариант 1. Упражнение номер 4. Какое число надо умножить на 27, чтобы получить 2700? Для выполнения этого задания число, которое нам неизвестно, обозначим x. Значит, x умножаем на 27, и у нас получается 2700. В этом уравнении у нас неизвестен первый множитель. Чтобы его узнать, нужно произведение 2700 разделить на известный множитель 27. Методом подбора мы это делаем, и у нас получается x равно 100. Давайте проверим, правильно ли мы нашли неизвестное число или нет. Для этого вместо x подставим 100. 100 умножаем на 27, приписываем 2 ноля, получается 2700. 2700 равно 2700. Уравнение решено верно. Значит, нужно умножить 100 на 27, и получится 2700. Правильный ответ – 100. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.